битвы за Рахмет Асаил против Ибиса. Итак, первое слово Асаил. В общем, кто не знает, Асаил, навряд ли кто-то знает. Beat and White Records. Это не Versus Battle, Санжар не ресторатор. Я буду рвать твой кратер, и тебе потребуется анальный реставратор. Ты лишь по ресторанам, а я утром рано встаю и еду на работу, чтобы не быть бараном. Я буду разжигать костры приколов, чтоб взять за живое. Мои рифмы острые колят, будто на живое. А ты можешь заниматься мамоёбством и девоёбством. Много таких уёбков, и все в итоге в жопе ёбства. На чем ты вырос, бро? Чьи перечитывал строчки? Не знаю, меня воспитали многоточие. Помните, факт с заточкой. А может, слушал Серег, да так, что текет по трусам? Киевский рэп живет, а как живешь ты сам? Я для тебя устрою беспредел, будто бы здесь Майдан. И это далеко не предел, ведь ты посяг на мой дан. Я не глух и не нем, Рахмет возьму я или просто молча уйду, как Eminem в 8 миле. Но он устроил там ад, а ты, братишка, не ссы. Он показал всем зад, я покажу трусы. Я для тебя приготовил твое любимое блюдо. А, ты любишь грязь, мразь? Так на, получай ублюдок. Можешь пиздеть при людях, плеваться подобно верблюду, хрипеть, как танир из Дагуды, но способ добуду, чтобы разъебать такого Иуду. Я рэп наполню хитами. Не выебываюсь, я в хип-хопе давно. Твой рэп напоминает Титаник, он тянет тебя лишь на дно. Ты не нашел станок и бритвы для ног побрился по зоопарке. Учись у меня, щенок, я нахуй все к ебеням отсекаю болгаркой. Могу сказать, что ты крут, и все по сравнению с тобой сосут. Но не в хип-хопе, братан, а в том, как правильно качать сосуд. Прости, блять, забыл. Но этот суд не так поймет, но они-то не соврут. Прости, тут батл, и мы не виноваты, что ты проститут. Мне 27 лет, но знаю, не дашь на вид. Меня в свое время заморозили, как капитана Америку. Я бы спросил, сколько тебе, но не буду без обид. У баб неприлично, еще тут закатишь истерику. Я не гэнгста щит, не гонюсь за заманчивой славой. Рэп это мой жизненный щит. Из вибраниума адамантивого сплава. Неплохое выступление от Асаила. Асаила, да? Асаил. Асаил, хорошо. Итак, первое слово Ибис. Начинаем. Против меня ебать крутой МС, а у меня в отличие от него бездарная жизнь. И сам я ходячий ебаный стыд, ведь он дошел до финала Макс Батла. Признаюсь, ты добился всей моей жизни мечты. А кто-нибудь вообще слышал о Макс Батле? Нет. 100 тысяч рублей призовой, и под конец орк наебало, всех пропало, падла. Я еще в начале тебе говорил, попахивает, кидал вам, но ты лох, и это факт. По идее, напротив меня должен был стоять чувак под именем Наркокиллер. Поверь, Асл, я устами не проглаголю такие слова, как пидор. И кому это было выдано, видимо, увидели Витю Галата и Хэви. Наблюдал я за вами, пристальная пришла за вами расплата, дети. Мне говорили, твердили, что тут не место смыслу и техники, мол, модно шутить сортирным юмором, и народ воспринимает легче. Насчет любви твоей, желаю вам крепкого здоровья и процветания. Но в день 8 марта почему-то ты на Аве стоял с цветами. Я горд. Ведь в отличие от многих я выучил текст на батл. В конце ты проебешь и скажешь, меня засудили. Или, мол, я взрачнул нашему ресторатору. Ты будешь находить причины во всем, но не в себе. Так что факт, падла, под носом твой ответ. Да я и преподнес что-то новое и новатор. И для эксперимента второй раунд будет мясистым, забитыми панчами, шутками, как вы любите. Тем паче предстоящие минуты для тебя будут жуткими. Меня Ануар, а этого парня можете именовать «Пошел нахуй». Твой писюн диаметром прямо пропорционален контуру диаметра гайки. Рядом. Мой оппонент старше меня на 10 лет. Ебать, какая честь.
Но мне похуй мой психологический возраст, 46 лет. Батлиться со мной — это как потирать задницу стекловатом. Сколько хочешь кликай, но не поможет тебе рифмогенератор. Я забыл. Поддержим. Знаю, во мне много изъян. Бываю часто я пьян. Но, блядь, царь бы реально ослеп, увидев тебя. Знаю, я не идеален. Знаю, я не идеален. Я не могу поднять бровь, как Оксимирон. Я такой же чудной, как доктор Дон. Признаюсь, я грешил, томил молитвами. Порой от своих треков охотно тянет на рвоту, но походу я единственный, кто тут блюет двойными рифмами. Слово. Неплохо, неплохо. Это было первое слово... Ибис. Ибис, да. И второе слово – Ассаил. Пусть папа услышит, пусть папа придет, и сына за маты он тут разъебет. Ведь так не бывает на свете, чтоб маты хуярили дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб маты хуярили дети. Так. Я порежу тебя, как козы, положу на табак. Потом сожру, буду пускать газы, покуривать дешевый табак. После битвы приглашаю в кабак выпить за мировую. Будет баурсак, бешпармак, арак. Но ты не расслабляйся, тебе один хуй разъебу я. Ничего не стоят эти твои рифмы и панчи. Твоя профессия банщик. Запусти линию, тазики банчит. Ну, в твоей бане бацую. Я туда не ногой. Хули, блядь, нагнешься за мылом. Оп, и ты голубой. Но не бойся, дорогая. Я не слабый, ой, блядь. Ну не бойся, дорогая, я не трогаю слабый пол. Но по твоему виду виден страх. И ты сквозь землю провалиться хочешь. Но здесь не слабый пол, блядь. Саубол, ты нихуевый пацан. Чё-чё, погоди. Его очко говорит моему хую. Ассаламу алейкум, братан, заходи. Твое лицо похоже на девчонку. Ты как баба выброжал. Тебе бы сиськи отрезать письку, тебя бы весь выдрал зал. Если бы я был твоим отцом, тебя бы поставил в угол. Что делать с таким сыном? Залез бы за информацией в Google. Ну, судя по твоим друзьям и твоему общему кругу, вышел бы строка унизить грубо, лишить косметики, туфель, любимой хуйни там и кукол, короче. Одно слово, извиняюсь. Ты, походу, работаешь на местную РОВД. Так что Санжара нету. Так что Санжар делает для себя вывод. А я по жизни работаю всеми своими 4 ВД. А у тебя работает, походу, лишь задний привод. Но я не жалуюсь. Нет, неправильно. У меня нет ничего, кроме рэпа и моего старого бусика. Там на улице. Но я не жалуюсь, меня наполняет жизнь любимая музыка. Когда я читаю, набираю вес, как телепузики. Когда ты читаешь, ты упираешься усиками в женские трусики. Я рассмотрел твое имя, тебя зовут Ануар. И пришел к мнению, вначале забыли букву Ж, тебе больше подходит Жануар. Если ты не понял... Если ты не понял и говоришь, что я немало вру, зайди, Ассаил, нижний пробел, тру, собачка, майл.ру. Там, конечно, инфа не подобна кентавру. Но каждый мой родной подтвердит, я за кента рву. Интересно, пацаны, Ануар на районе кем был? Бля, можно в юбку меня ровки? Уборка, слушай. Что, дом попить хотел? Да. Продолжаем. Интересно, парни, Ануар на районе кем был? Все видели, как он зашел на сцену, как фотомодель. Ты чё, блядь, Наоми Кэмпбелл? Не успел выучить. Я бы тебе уебал, и ты бы упал, как чемодан. Но боюсь, накатишь заяву, блядь. И у меня нет денег, я не знаю потом, чем отдам. Рэпом? Можно, да. Кстати, идея, блядь.
Наверное, после батла скажешь, это не такое уж и падло. Но скажу так, шутка это лучший способ сказать лицо всю правду. Послушал твои треки, заметил по технике зоопарки. И я решил покончить с этим зоопарком здесь, на технопарке. Ведь если отдавать лохам все победы и награды, хуй когда наш рэп выйдет на мировую эстраду. Наш кодекс запретил устраивать сейчас гей-парады. Геи не рады, что нынче в тренде Adidas, а не Prada. У Ануара нет яиц. Ему же надо будет. Ну, захочет секс без границ, ему жена да будет. Ты настолько глуп, что дрочу свою грыжу при раскрытых шторах. А я настолько крут, что пока стоял в пробке, продал машину и купил новую поближе к светофору. Я пришел на батл со своей рэп-диссертацией. Судьи, поставьте автоматом. Это моя первая аттестация. Все, слово. Это было первое слово, то есть второе слово Ассаил. Так вот, второе слово Ибис. Я знаю, что ты победишь. Только когда соснешь у меня. Короче, после батла можешь кидать респект мне или клеветать за спиной, это твое решение. Но я сюда не пришел не ради бабок или чужого смеха, а за уважением. Я и до батла знал, что ты пиздец еще тот убогий ушлепок. Ведь вместо анальной смазки у тебя, блядь, туалетный утенок. От меня настолько веет сексом, что у рядом со мной стоящих беременных женщин в утробе начинают дрочить дети. Я настолько, блядь, сексуален, что у всех сейчас ебутся глаза, что все дамы кончают и плачут, что даже Таня сует себе в пизду, уронивший в речку мячик. Я настолько крутой, что устроил путешествие к центру земли. Твой писюн жалуется, что ты его так и не ублажил. Скоро накинет шмотки, я тебя убежит. И все, кто встал на моем пути, я им рвать пасти буду. Пока каждая паскуда по моему члену таскует по сути. Ты долбанный обкуришь, в то время как моя сучка делает мне минет, и мы зависаем под дагуду. И кем бы ты ни был, я буду всегда на тебе. И кем бы ты ни был, я буду всегда на ранг выше. Даже не на битах, после меня на тебе раны днище. Ведь я капитан и всегда по пятам. Я всем показал, как по казам дать мой стиль, как газа по глазам. Как летать на низах, я у всех на слуху, я у всех на устах. Ты в ступоре, будто бы я накинул на тебя стан. Ты в ступоре, будто бы я накинул на тебя стан. Гнев, ненависть, боль моего мозга состав. Состав на всех вас, черный список, палитры, полфавит. У следующей МЦ уходи со сцены, устроим битву фаворитов. Один чувак перед батлом преклонялся передо мной, оставив пустой трон и свой пост, сказав: ебашь тут всех, знай, это был Господь Бог. Ты став даже во весь рост, мне сосешь, что я. И в итоге ты убежив, поджав хвост. Ведь ты не видал такого. И если честно, мне самому противно читать об этом. Ведь пока мне неведомы секреты успеха, ликую скромной победы. Куда бы ни шел, не вижу я светел и света. Но счастье изведал тому высокий показательность искренности моего смеха. И пока меня деньги не слепят, сплетни, бредни о моих треках. Черт у вас эти, в каком-то смысле в своем деле я гений. Ты тот, кто поет чужие куплеты, припевы. Батла, ты нахуй слетел, и теперь твоя песенка спета, слово. Это было второе слово Ибис. Кстати, какая у вас ставка была на батле? По штуке. Ставка две штуки, ну ладно. Ну там, да. Да, слово судьям. Начнем с КДК и Са. Майор, что поебал, убить надо, пацаны. Да-да. Наверное. Что с Алипой? Это Казахстан, это, блядь, не Запад. Я сбил, походу, всех. Что с рифмами? Извините, пацаны. Не понял. Что с рифмами? Как-то так.
голос ему. У тебя плюс то, что то, что ты читал, ты, в принципе, этому соответствуешь, то есть тебе веришь. Ну, всем твоим, как бы, сказанным словам. С тобой все с точностью, да, наоборот. Как бы, в этом плане нужно потянуться. Но если учитывать рифмы, да, он подал смешнее, но именно по уровню самих строк и рифмов, то ты сильнее был. Я же угадал его сразу. Итак, слово. Ну тут начиная, получается, от кругозора, заканчивая рифмами, было поинтереснее. Тут просто видно, ты добрый дядька вообще, да, по жизни, наверное. Sir, keep silent. Твой. Реально, вот твоему образу текст. Текст твоему образу соответствует. Но тут как бы было поинтереснее слушать. Вы оба затянули вообще. Ну, голос за тебя. Есть шутки, есть рэп. Я за рэп. Голос туда. Отлично.